Глава Минздрава ФРГ исключил победу над коронавирусом в ближайшие 4 года. Карл Лаутербах также подчеркнул, что омикрон является более заразным, чем другие варианты коронавируса. Между тем, глава Ассоциации врачей ФРГ Ульрих Вайгельд сообщил, что для иммунизации населения нужна будет четвертая прививка от COVID-19 летом или осенью следующего года. К другим новостям. Завершилась модернизация железнодорожного покрытия на маршруте Гамбург-Берлин. Теперь поезда снова будут курсировать между мегаполисом на Эльбе и столицей страны со скоростью 230 км в час. Это сокращает время в пути на целых 45 минут и составит не более 2 часов. Новоизбранный канцлер Германии сменил служебный автомобиль. Олаф Шольц вернет в немецкую элиту моду на седаны Mercedes-Benz и будет передвигаться на пуленепробиваемом авто стоимостью в 544 тысячи евро. Кстати, все немецкие канцлеры до Герхарда Шрёдера передвигались на обычных небронированных машинах, однако в 21 веке политикам такого уровня не обойтись без защиты. Житель Нижней Саксонии установил световой рекорд по украшению к Рождеству. В этом году на доме Свена Борхарта засветилось сразу 60 тысяч лампочек, на 500 больше, чем в прошлом году. Свен даже подсветил дымоход, к которому подбирается Санта.